ресурсный центр волонтеры Подмосковья. Химчане несут медикаменты, продукты питания, одежду и средства гигиены. Так, более 3 тонн гуманитарного груза отправили из Химок для жителей Курской области. Не остаться в стороне – девиз, которому следуют неравнодушные горожане и волонтеры. Волонтерская деятельность меня привлекает уже 3 года. Волонтерство – это то, та душа, которая мне дает много эмоций, много невероятных впечатлений, которых не получишь нигде. Важно помогать жителям Курской области, потому что они попали в сложную жизненную ситуацию. Они нуждаются в этой помощи. И кто может им помочь, если не мы? Поддержать волонтеров приехала солистка группы «Артик и Асти» Севиль. Здесь, в региональном ресурсном центре, проходит акция «Доброе дело нашим школьникам». Артистка познакомилась с деятельностью ресурсного центра, пообщалась с ребятами и поблагодарила их за активную общественную работу. Волонтеры как раз комплектовали коробки со школьными принадлежностями. Каждая упакована с любовью. Спасибо, вы такие большие молодцы. Так приятно то, что вы делаете от чистого сердца. Большое вам спасибо. Пускай каждый ребенок открывает заветные коробочки, пакеты, неважно, распаковывает тетради, чувствует и понимает поддержку каждого из вас, из нас. Спасибо за то, что вы делаете. Всего жители, общественники и активисты собрали и передали более 3 тонн гуманитарного груза. Особенно востребованы продукты питания длительного хранения. Тем, кто сейчас лишился своего дома, такая помощь жизненно необходима. Первое – это консервы. В коробке мы кладем обычно по 3 консервы с мясом, по 3 консервы с рыбой и... Всегда мы кладем 1 овощную. Также мы не можем оставить жителей Курска в такой трудной ситуации без чего-то радостного. Ну, в данном случае это сладкое. Мы кладем по 500 грамм. В данном случае это 2 сгущенки. Это баранки, конфеты. В округе работает 9 пунктов сбора гуманитарной помощи. Всего за время проведения специальной военной операции из Химок для бойцов и жителей Донбасса уже отправили более 300 тонн гуманитарных грузов. Елена Тараненко, Вильфред Демковский, Дмитрий Бочаров. Новости Химки ТВ.